Ну вот, какие-то тюльпаны уже отцвели, какие-то еще нет. У нас еще некоторые цветут. Но вот на этой конкретной грядке какие-то тюльпаны уже отцвели. Что мы с ними делаем? Вот тюльпан, который уже отцвел. Вот у него формируются семечки. И вот эту вот луковицу, ну не луковицу, а стрелу нужно отрезать, чтобы она не забирала питание у луковицы. Луковица могла нормально еще напитаться сил. Как мы его отрезаем? Мы отрезаем вот, вот получается вот эту часть. Вот все. Теперь здесь вот тоже вот отцвела, уже выпустила семечки. И вот получается до листик оп, аккуратненько срезали. Вот смотрите, еще какой красивый тюльпанчик растет, махровенький, голландский. Красивее. Так, этот вот уже отцвел. Это были тюльпанчики красно-желтые. Такие вот. Мы, получается, на данном этапе просто срезаем стебли, чтобы луковицы дальше питались, набирали сил, а потом попозже уже, где-то в середине лета, будем их выкапывать. Вот, опустились, получается, вниз. Вот, да, листика срезали. Вот таким вот образом. Сейчас также вот эти еще остался цвет тюльпанов, которых видно. Вот так вот получается. Берем, оп, отрезаем. Вот тюльпанчик. Отрезаем. Вот тюльпаны уже отцвели. Спускаемся. Отрезаем. Вот тюльпанчик. Спускаемся, отрезаем. Вот еще тюльпанчик внизу, который тоже требуется вот это вот получается отрезать. И вот смотрите, что мы отрезали. Вот такие вот уже отцвевшие, никому не нужные тюльпанов. Готовим тюльпаны к следующему этапу.